обеспечить безопасность. В среду у губернатора прошло совещание о мерах по противодействию терроризму. Решение усилить бдительность было принято после трагедии в Санкт-Петербурге. В нашем регионе под пристальным вниманием правоохранителей места массового скопления людей и объекты транспортной инфраструктуры. На особом контроле вокзалы. Их будут тщательно проверять. Задействованы кинологи. Для обеспечения безопасности организовано взаимодействие всех силовых структур. А в майские праздники на массовых мероприятиях будет дополнительная охрана. Регион до сего времени не были подвержены каким-то террористическим атакам. Вот. Я считаю, что это не только заслуга тех мероприятий, которые мы проводим, но и все-таки Иваново не самый для террористов привлекательный регион. Это тоже нам помогает.